одна из самых красивых, одна из самых мистических, одна из самых таинственных и вообще непонятных книг Библии. Книга песней. О любви человека к человеку, о любви девушки к мужчине, о любви мужчины к девушке. Как эта книга попала в кодекс Священного Писания? Зачем она там и как ее правильно читать? Поговорим об этом в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в 7:30 вечера.